Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит, меня зовут Виталий, и наконец-то у нас пошла игра. Слава яйцам! Спасибо разработчикам! Но на самом деле, ребят, я сегодня буду не играть, меня сегодня будет бомбить, потому что сегодня я хочу поднять очень и очень, мать его, важную тему. Потому что, знаете, что за эти два дня, пока вот это не было соединение с игрой, я понял? То, что разработчикам и администрации на нас насрать. Да, ребят, им пофиг на тех, кто играет в эту игру. Им просто плевать, потому что ни на одном форуме, ни на одной официальной группе не было никакой инфы по тому поводу, что происходило. Вот смотрите, сейчас я нахожусь на официальной группе ВКонтакте по хоррорфилду, ребят. И что мы тут видим? Смотрите, вот начинается стенка. Здесь нет ни единой информации о том, что происходило за эти два дня. Это все, ребят, старая информация. То есть ни разработчики, ни администрация даже не удосужилась просто дать какое-то нам сообщение, дать какую-то информацию о том, что происходило здесь. Смотрите, сколько сообщений, посмотрите. Никто не знает, что произошло. Вообще никто. Просто-напросто. Здесь я прочитал одно сообщение, там где парень написал, что я скачал игру, не успел в ней даже сыграть, захожу, нет соединения. И, соответственно, он скачал игру, она не работала, он решил зайти в официальную группу по хоррорфилду, написать туда. И как вы думаете, что он получил? Да шиш с маслом он получил, потому что он не нашел никакого ответа. Ни администрация не дала, никому вообще, мы ничего не знаем, что происходило, слетела ли игра. Неужели так сложно просто взять и написать? Если слетел сервер, напиши. Слетел сервер, ведутся работы, скоро все будет хорошо, да? Техподдержка, напишите, что техподдержка, подготовка к обновлениям, напишите это. Но нет, им просто пофиг, мы просто два дня просто думали и гадали, что происходит. Еще одно, Horrorfield, да, игра довольно-таки недавно, она должна развиваться, она должна работать непосредственно с нашими, да, вот и игровыми, вот с людьми, которые играют в эту игру, да? Мы должны работать вместе. Когда я сюда месяц назад решил написать, что вот я снимаю по Horrorfield, да, можно ли я буду вылаживать сюда ролики, то как вы думаете, я получил какой-то ответ? Нет, они просто взяли, сейчас я вам покажу, они просто взяли и кинули меня в черный список, даже не дав никакого ответа, ну так бы написали просто, что нет, нельзя, но вместо этого они просто взяли и кинули меня в черный список, хотя я не вижу ничего плохого в том, что я в официальной группе, да, поскольку я снял более 60 видосов, я точно уже не помню, по хоррорфилду, вылаживал бы сюда, например, свои ролики. Ну хрен с ними, даже если бы они мне запретили это сделать, естественно, я не нарушал бы условия сообщества. Но нет, им проще было просто сделать и кинуть черный список. Они даже не досужились просто ничего ответить. Они никого ни о чем не оповестили. Это важно, ребят, разработчики. По каждой игре, если вы видите этот ролик, хотя у меня маленький канал, но я собираюсь его развивать, ребята. И да, я буду его развивать. И если вдруг когда-нибудь все-таки у меня что-то получится с контактом, с моим каналом, и я буду, естественно, снимать по хоррорфилду, усердно буду снимать. Если вдруг что-то изменится, вы захотите, чтобы я вылаживал сюда свои видосы, так вот, обломитесь, потому что этого теперь не будет. Вы не хотите с нами сотрудничать, с нами как-то нас уведомлять обо всем, я не знаю. Тогда почему мы должны как-то тоже к вам относиться соответственно? В каждой игре есть техподдержка, в каждой игре. То есть, если вдруг произошла какая-то беда, да, в игре, мы должны будем туда написать, и они должны, просто обязаны будут на это отреагировать. Но вместо этого, ребят, я больше чем уверен, что если мы напишем какую-то техподдержку, мы ни хрена не получим. Мы не получим ни ответов на свои вопросы. Потому что им просто плевать, ребята, им просто плевать. Они даже выложили в прошлый раз уведомление про обновление только в тот день, когда она уже вышла. Это уведомление должно, ребята, быть за день до обновы. За день! Никак не раньше. Нужно прислушиваться к своему игровому зрителю. Нужно с нами сотрудничать. Нужно нас подогревать, чтобы мы хотели играть в игру. А вы просто эти два дня мучили, не давая нам никаких вопросов. Точнее, ответов на наши вопросы. И это неправильно.
Поэтому, ребят, если вы со мной согласны хотя бы отчасти, то поддержите это видео лайком. Я надеюсь, что разработчики это увидят. И пусть они, да, меня там возненавидят. Я не знаю, мне на самом деле пофиг, ребят. Мне просто обидно. Я читал комментарии, я читал то, что пишут люди. Писали мне, я сам не знал ничего. Я все обрыскал, абсолютно все. Я не получил никакого ответа. Слава богу, что хотя бы ранги и уровень не слетел. Хотя бы за это спасибо. Но в будущем, если вдруг будет какая-то беда происходить с сервером, если вдруг снова будут какие-то неполадки или будет выходить обновление, то, пожалуйста, информируйте нас об этом. Заставляйте нас как-то все-таки, чтобы нам хотелось в нее играть, а не постоянно, потому что игра сырая. Они нам что написали? Вот что они написали? Они сделали, улучшили типа нашу заброшенную деревню. Но в итоге они ее ухудшили, потому что когда только появилась локация заброшенной деревни, ребят, когда она только появилась, я прекрасно по ней снимал, я прекрасно в ней играл. Но потом после ихней какой-то там техработы появилась куча багов, баг с машиной. До хрена всего получилось, ребят. Просто до хрена всего, чего даже не надо было. Игра стала просто нестабильной. И нас просто, знаете, как будто просто кидают. Это неправильно. Поэтому я надеюсь, что в будущем не будет такой халатности. Я надеюсь, что якобы в скобочках официальная группа, которая хрен его поймешь, официальная она или нет, будут там выставлять какие-то посты с какой-то информацией. Я надеюсь, что разработчики будут тоже все-таки более лояльнее и профессиональнее относиться к данной игре. Но вы были на канале Экспировид. Если вы хотя бы частично со мной согласны, пожалуйста, поддержите это видео лайком, чтобы оно дошло до верха, чтобы они, падлы, все услышали об этом. Потому что меня нереально бомбит. Мне нравится эта игра. И я хочу по ней снимать. Но извините меня, когда вот такое дерьмо происходит, то просто все желание нафиг отбивает. Поддерживайте, ребят, это видео лайком. Будет больше, будет лучше. Пока.